Дорогие друзья, эти два смельчака... Три? Эти три смельчака осмелились сказать, что они могут отличить Пепси от Кока-Колы. Сейчас мы это проверим. Окей! Ну как бы я вообще не слушаю такую музыку. Ну вы вообще, реально очень прикольно. Серьезно, чувак, вот без всякого. И клип такой фирменный. Круто, блин. Окей! Итак, друзья, сейчас мы узнаем, кто самое слабое. Кто пиздобол, а кто нет. Кто самое слабое звено? Запускай. Ублюдки, заходите! Окей! Павел Горбачич Горбатов, ему 22 года. Обычный рабочий рок-музыкант в вязаной шапке. Друзья. Что? Какая его задача? Просто парень вязаный. Его задача понять, где же что находится. Да. А наша задача оценить. Давай. Пиздобол. Игра называется. Время пошло. Игра называется пацан или пиздобол. Да. А потом, и заставка. Да, хорошо. Главное, Паш, оставь им еще на глоток, чтобы потом. Да, хорошо. Чуть-чуть. Я могу начать, да? Да. Ты можешь начать. Это кола, могу сразу дать. Да. Так. Дальше. Пока молчим все, ждем. Дальше. Потому что они еще не знают. Так, первое это кола. Второе. Да, все должны сказать. Так. Да, все должны проверить, а потом мы скажем, кто из вас был максимально. Как он что запомнит, сейчас все, может, нам надо. Это Пепси. Так. Это Пепси. Так. Так, это Пепси, правильно? Это две колы, это Пепси. Да, ага. Все, мы, чтобы мы поняли твое. Ты все записываешь, я все записываю, да? Документирую и снимаю. Это Пепси? Да. Зига Стада. А вот это уже сложновато. Только, чувак, оставь ребятам что-то, пожалуйста. Хорошо. Сложновато, да, побольше. А там соль. Это тоже Пепси. Согласен. Ставь сюда. Вот это три Пепси, это две колы. Три Пепси, две колы. Отлично. Следующий. За дверь. За пару слов на камеру. Что, давай. Как вообще, как ощущения после Как ты до этого докатился, Паш? Как вообще, ну, после всего этого прийти в состояние? Пацан на картонах пол попил, блядь, без стакана, как ощущение, блядь. Освежающее. Тихо, ну тихо, ребят. Я сейчас подолью туда. Так, Павел, пожалуйста, ну, как ощущение, что почувствовали, что не почувствовали? Стекла левая нога. Вот. И как бы освежился и затекла левая нога. Осведомила вас? Осведомил, я могу уже взять отсюда. До свидания. Поаплодируем Павлу. Павел, 22 года. Павел. Дальше. Я могу выйти. Вы можете присутствовать здесь? Да. Так, мы записали результаты. Все верно, все задокументировано. Продолжаем дальше. Представьте, пожалуйста. Мне еще стакан. Кирилл 18 лет. Кирилл 18 лет. Начинаем. Больше ничего не надо. Больше по-любому, так что я думаю, я выиграл. Тебе нужно оставить Ярику еще только на глоточек. И скажи, какого года? Скажи, какого года? Мизинчик. Мизинчик правильно так был. Тихо, Паш. Мне на самом деле кажется, что это все развод был. Паш. Чувак, ну заметь, ты стоишь в очереди, все равно хочешь проверить. Это кола. Вот в чем наша фишка. Мы как Еговы, только круче. Мне кажется, он шарит на самом деле, смотри. Что он поставил туда? На самом деле, это кола. Ага, на самом деле мы должны напомнить, что ребята. Спонсор что... нашей программы. Спонсор Перекресток. Таблетки от изжоги. Таблетки от изжоги. Нормальные таблетки. Китайские, походу. Вся херня в том, что. А знаешь, почему это Пепси? Потому что это истинно Пепси, чувак. Стоп, ну вот погнали. Нет, на самом деле херня в том, что колу-то открыли раньше, газики уже успели выйти. Нет, газики все тут. Газики нормально. Газики у всех нет, и все нормально с этим. Просто кола пахнет как кола. С последним, смотри. Паш, ну ты что знаешь. Смотри, с последним, как они путаются очень сильно. Видимо, начинается уже. Там намешали, нет? Либо он смешанный, скажите, да. Да нет. Нет, Паш, не мешали. Паш, заберитесь. Все честно. Не разводите базар. Что это было? Я думаю. Вот тут уже, на шару. Кола, да, уже. Кола, да? Тогда вот сюда. Три кола, два пепси. Отлично. Мне это
Теперь ты. Кола ЕПС, еще и слюни надо Пашины или нет? Давай. Представьтесь, пожалуйста. Не-не-не, обязательно. Обязательно. А я уже на корточке. Обязательно. Представьтесь, пожалуйста, род деятельности. Владимир Ильич Виноградов, 23 года. Род деятельности распиздяй. В каком году вы постирали девственность? Постирали девственность в каком году? Постирали. Информация для дегустации. Да. В каком году потеряли девственность? А сейчас какой? Окей. Вижу. Пацан или пиздобол? Вообще стопудово кола. Стопудово кола. Я же пробовал, не буду там сидеть. Ух, это чипсы. Это я знаю, чипсы. Отдельно, так ставь. Да, вот так. Это не поймут, а слюни реально преобладают. Слюни реально преобладают. Блять. Преобладают на слюни. Умру нахуй, да. Нормально, там все чистенькие пацаны были перед тобой. Не кристалл. Я не буду, что это. Еще обратно плевать. Я не знаю, что это. У тебя, кстати, есть бонус, ты можешь допивать до конца. Да. Ой-ой, можно я напью до конца? Не-не-не, пока рано. А могу я что-нибудь попить, ребят? Можно, конечно. Теперь можно. Где? Блин. Это пепси. Я решил. Тогда пепси вот сюда. Ну вот так. В следующем туре мы будем отличать. Блин. Типа клей. ПВА, типа вот этого. Клей пивоваров. Другого. Клей пивоваров. Клей пивоваров. Клей пивоваров. Самое трудное. Самое. Тяжелый. Ну, я все время акцентирую внимание на последний. Потому что... Последний реально, потому что он либо смешанный... Последний харкнули. Шмарганцовый. Стопудово. Кола. Да. Итак, объявляем. Объявляем результаты, друзья. Да, да. Непонятно с каким счетом. Да. Непонятно с каким отрывом. К сожалению, все пропизделись. Да. Да ладно. Да, друзья. Вообще наоборот все. Это вот. Все пепси, одна кола. Да. Серьезно? Да. Я сказал, что все пепси. А тут кола. Да ладно. Да. Блин. И кстати, вот это никто не знал, что это кола. Все назвали, что пепси. Вот все три назвали колу пепси. Там слюни. Что в очередной раз доказывает теорию, то, что это одинаковый хуйня. То, что вы пиздобол.